Приветствую вас. Давайте разберем то, что вы написали, Олег. Потому что, если честно, не все понятно. Значит, что делаешь, что делать, пишете вы, если чувствуешь огромное унижение, прорастающее в агонию? В первую очередь давайте уточним, что унижение — чувство чисто субъективное. То есть объективного унижения нет. Объективного я имею в виду справедливого для всего остального мира. Объективного унижения не существует. Существует только субъективное. То есть то, что я считаю для себя унижением, то, что я считаю сам унижением, недостойным себя. Другой человек, кто угодно, унизить вас не сможет никак, потому что, опять же, это не в его власти. То есть это ваша ответственность, это ваша ответственность. Про унижение. Дальше. Вы пишете: бросал девушку 4 раза. Олег, а кто кого унижал там? Или вы считаете, что для девушки это не унижение было? Что ее бросают, как вы говорите, 4 раза. Из-за чего вы ее бросали, собственно говоря? Почему 4 раза? Ну, именно 4 раза, почему? То есть, в принципе, достаточно было 2. Первый раз, там, к примеру, могло быть чисто случайно, да, то есть, ну, какие-то проблемы могли быть, чисто случайно, первый раз. Но второй раз уже, в принципе, все как бы было понятно. Но вы почему-то 4 раза бросали. Может быть, вам хотелось, чтобы было так? Может быть, вы что-то для себя видели в этом, в том, что ее бросали? Может быть, так вы хотели что-то показать, доказать ей? Дальше. Она стала попеременно общаться с другим, я это знал. Попеременно общаться с другим. Попеременно общаться с другим. Олег, это как? Как это общаться попеременно с другим? Вот вы опять же, извините меня, да, но не очень этот момент понятен. То есть то с вами, то с ним общаться в моменты, когда вы расставались. То есть, ну, к примеру, да, вот вы расстались, и она общается с другим. Да, вы об этом, соответственно, знаете. Так? Или как-то, может быть, по-другому, как-то еще. А все же очень, очень важно было бы понять, как вы воспринимали то, что она общается с другим. Вы пишете: я это знал, хотел расстаться, чтобы ей легче было на него славить. Не очень понятно, что вы имеете в виду. Хотел расстаться, чтобы ей бы полегче было на него славить. Вы имеете в виду, если вы хотели расстаться, чтобы ей было легче
с ним сблизиться, вы это имеете в виду? Ну, в общем-то, это хорошая позиция любящего мужчины, который думает о своей женщине, вот. То есть мне кажется, что это, ну, мне кажется, что это хорошая позиция. Мне кажется, что это достойная позиция, как минимум. Дальше. Так, про себя не подумал. Ну, то, что вы про себя не подумали, это тоже в данном-то случае это хорошо, что вы не подумали про себя. Вопрос в том, в каком контексте. То есть, как часто вы, например, о себе не думаете. Стал вести себя уже не в образе по-мужски. А до этого вели себя в образе по-мужски. То есть это были не вы. Да, вот до этого это были не вы. До этого был вообще кто-то другой. Да? То есть это были... Это были не вы. По какой причине вы пытаетесь войти в образ? То есть это же все-таки не игра, это же все-таки не театр, это же все-таки не кино, это все-таки, это все-таки реальная жизнь, все-таки. Так почему же? Почему же вы в образе, как вы говорите? То есть, из-за чего вы в образе? Для чего вы в образе? Были. То есть вот это очевидно нужно выяснить вам. Ну, на мой, по крайней мере, взгляд. Потому что раз вы были в образе, значит вы не были собой. Раз вы не были собой, значит отношения выстраивались деструктивно. Вот. Вот. Может быть, об этом вся проблема и есть. Дальше. Так, думал уже все равно, кому все равно. У нее от этого эмоции угасли, плюс другой мужчина пытался вернуть ее, но ее как будто переключили, уже не такая открытая, просто забивающая на тебя. Так а как по-другому, если вы ее бросали 4 раза? Пару раз эмоции брали вверх, уговаривал вернуться. Какие эмоции брали вверх? То есть, что это были за эмоции, которые вас брали вверх на тобой? Что это были за эмоции, что это были за чувства? Какие они? Что вам хотелось? Чего вы желали? Вот вы говорите, уговаривал ее. Хорошо. Уговаривали ее, это понятно. Уговаривали ее почему? Уговаривали ее на что? Ну, то есть понятно, что вернуться. Но вам хотелось, чтобы она вернулась? Вам этого хотелось? Вопрос, почему? Почему вам хотелось, чтобы она вернулась? Обязательно. То есть, понимаете, вот вы со своими чувствами здесь не ВКонтакте находитесь. Вы со своими чувствами здесь не в ладах. Вы
не понимаете, такое впечатление, что зачем следует вообще. То есть как, почему я вот, вот мне хочется, чтобы она вернулась обязательно, да, вот. И так далее. То есть это вот, ну, очень важно понять. Вы говорите, эмоции брали вверх. Говорите так, как будто это что-то плохое. Хотя, извините, на самом деле это хорошо, что эмоции брали вверх. Другое дело, что у вас, судя по всему, это скорее редкость, что эмоции вверх берут, чем нормальное явление. Судя, ну вот судя по тому, что вы описываете. Потому что для вас то, что эмоции, для вас то, что эмоции взяли вверх, это, ну, совершенно очевидно, да, слабость. То есть вы это воспринимаете как слабость. Потому что эмоции у вас всегда, видимо, нацелены на другого, не на себя. А вот чтобы признаться себе, что вот у меня есть, там, допустим, проблема, да, какая-то. Вот это вы, это для вас никак. Дальше, значит, так, обратно подарок, забрал обратно подарок. Вы считаете, что это для нее это не унижение, что вы забрали обратно подарок. Просто добавить друзья обратно в соцсети. Для чего? Я о ней подумал. Как? Вы говорите, вы не подумали, в чем проявляется то, что вы о ней подумали. Я вас не обвиняю, я просто хочу понять. Вы говорите, что вы подумали о ней. Ну, хорошо. Подумали о ней, хорошо. В чем это выражается, что вы о ней подумали? Видимо, ее только собственное самолюбие интересовало. Это с учетом того, что вы забрали ее подарок, свой, точнее, подарок у нее, и с учетом того, что вы ее 4 раза бросили, ее интересовало свое собственное самолюбие. А что ее должно было интересовать? Я допускаю, что, может быть, мы как-то неверно ситуацию понимаем, да, то есть допускаю, что вы как-то могли неверно ситуацию изложить свою. Но пока что, я бы сказал, что девушка ведет себя адекватно. Пока я бы сказал, что она ведет себя, ну, так, как повел бы себя любой человек, наверное, который уважает себя, вот, ну, так вот мне видится эта история, по крайней мере, вот. Дальше идем. Так, значит, почему вот вы здесь унижаете, как бы, женщину, да, обесцениваете ее, это, ну,
тоже, на мой взгляд, загадка, потому что унижать и обесценивать женщину, ну, это ничего не даст, опять же, вам. Только будете еще глубже загонять свой негатив в себя. Вот. Дальше. Всегда был в образе успешного, уверенного мужчины перед ней. Но, может быть, вас это именно изгубило, потому что быть в образе, вы быть в образе и быть кем-то — это разные вещи. Просто вы не были настоящим с ней и сыграла свою роль, очевидно. Тут такие уговоры противны, то, что она обо мне в таком ракурсе стала думать. В каком ракурсе? Вы ничего не пишете о том, как она стала думать. По поводу уговоров, да, поступили вы спонтанно, возможно, но опять же связано это только лишь с тем, что свои чувства перед этим, вы, скорее всего, не выражали вообще никак. То есть они, ну, просто не выражали чувства ваши. Вы свои чувства не выражали. Вот. К сожалению. Так вот это мне видится, по крайней мере, так мне это видится на данный момент. Вот, и, соответственно, вы себя сейчас, по сути, обвиняете именно за, за проявление чувств. Вот. Но если бы вы их... Ага, если бы вы свои чувства выражали бы последовательно, вот, то, на мой взгляд, не было бы этой ситуации, которая вот, ну, которая сейчас у вас есть, и вам не было бы так противно. Вот. Дальше. Вы говорите о том, что вот противно того, что она так о вас теперь думает. А какая разница? Какая разница, как она о вас думает теперь, если вы, например, больше не вместе? Важно не это, а важно то, что стоит за вашей... условно говоря, реакции, что стоит за вашим поведением, какие желания стоят за вашим поведением. Это куда важнее, чем что-то она вас думает. Сегодня она думает о вас так. Завтра она думает о вас как-то иначе, как-то по-другому, вот, понимаете. То есть это не важно. Вот то, что я думаю, вам можно ответить. Дальше. Как быть теперь за все поглощающим унижением? Понять, что за этим стоит, реализовывать свои чувства, не входить в образ, возможно, поработать с самооценкой, вот, со значением девочки для вас, то есть то, для чего вы в отношениях с этой девочкой были. Вот. И вообще проанализировать ваши отношения с ней, найти ошибки, скорректировать свое поведение, предстать перед ней уже совсем другим. Но не только перед ней, а перед собой, перед самим собой в первую очередь.
На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.